Мое имя Сергей, вильнецец, родился в Вильнюсе. И получилось так, что где-то 6 лет назад с девушкой или женщиной, которой мы когда-то вместе учились в Питере, Ольгой Павловной, она приехала 6 лет назад, тут на семинар, говорит, семинар, послушай туда-сюда. Ну уж какой там семинар, если я 120-130 килограммов поднять просто так и он в багажник. Какие тут проблемы были мне? Вот. Прослушал, показал чуть-чуть таракай, что с тобой удалось, и как-то забыл. Ну, а правда, она говорила, что распространение идет на мультилевел маркетинг. Этот маркетинг я прошел в 1994 году по банковской системе. Так что, что это такое, извините, пожалуйста, чуть-чуть что-то где-то слышал. Будем так правильно говорить. Вот и в этом году, значит, опять же, она с мужем приехала. Ну, состояние здоровья было такое, значит, первое. Уже не мог кушать и острое, и там, и так далее. Ночью просыпался, если скушал грибной суп, 3 раза за ночь и кушал ориентедин от боли в желудке. Потом мог спать 24 часа в сутки и не высыпался. Что-то тут не то, думаю. А тут как раз Ольга Павловна приехала и говорит, слушай, ну когда ты это самое? Ну ладно, ее бывший комсомольский задор такой. Когда она об этом говорит, у нее волосы дыбом становятся, сразу заметно. Ну, думаю, надо попробовать. Кричук дала мне один препарат, попробовал, через 2 недели принял программу. Что дали? Что дали? Корол Докс Плюс. Я принял эту программу. Вот через 2 недели, думаю, надо сделать грибной супчик. Сделал грибной супчик, положил 3 таблетки ориентадина, воды, спал. Утром просыпаюсь. Ничего себе, 3 таблетки лежат. Вода здесь. Ничего не потреблял, все нормально, все хорошо. Вот. Да, конечно, я прекрасно понимаю, что наука ушла очень далеко вперед, и что она ушла на клеточно-молекулярный уровень. И поэтому, да, результаты очень большие и хорошие. Теперь сплю нормально, кушаю нормально, выпиваю нормально. Никаких проблем, ничего не имею пока, потому что не сгладить. Вот такое дело. Значит, мне это очень сильно помогло, да, энергия опять восстановилась. Ну, как бы пропеллер в одном месте, но это мало, я привык, что у меня их 2 всегда было. Так что надеюсь, что дальше будет еще лучше. Спасибо за внимание.